Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами посетим очередной магазин Fix Price. Находится он в городе Минске по адресу Матусевича, 79, вблизи станции метро Каменная Горка, а также Кунцевщина. Если вам интересно посмотреть новый ассортимент, а также скидки и акции, обязательно оставайтесь со мной до конца. Всем желаю приятного просмотра. Начинаем наш обзор с отдела уходовых продуктов. Масло для загара Sunrise, объем 135 мл, производство Россия, 5 рублей 20 копеек. Кокосовое масло также от российского производителя, объемом 200 мл, стоит 4 рубля 50 копеек. Восковые полоски для депиляции, 20 полосок в упаковочке, производство Россия, цена 3 белорусских рубля. Детское жидкое мыло объемом 255 мл, производство Россия, стоимость 6 белорусских рублей. Вот такое жидкое антибактериальное мыло объемом 300 мл, стоит 2 рубля 40 копеек. Шампунь объемом 650 мл, производство Турция, стоимость 6 рублей. И вот такая серия шампуней от иранского производителя объемами по 250 мл стоит по 6 белорусских рублей. Первый вариант идет у нас с гранатом, второй с лавандом и третий с кофе. Жидкое мыло для рук Daily Joy объемом 1,4 литра производства Россия по скидочной карте 4 рубля 42 копейки. Бомбочка для ванны от белорусского бренда Loli Me массой 145 грамм 3 рубля 50 копеек. Кстати, еще в наличии имеется и детская серия, детская шипучая соль для ванны, стоит 3 рубля и 50 копеек. Лак для волос Professional Look объемом 300 мл от российского производителя, стоит 4 рубля 60 копеек. Вот такая зубная паста производства Германия объемом 100 мл, стоит 3 рубля 80 копеек. В магазине Fix Price самая выгодная цена вот на такие влажные детские салфетки. 8 упаковочек по 8 штук, цена всего лишь 4 белорусских рубля. В детском отделе обнаружила вот такой классный набор. Кружка объемом 400 мл и 16 элементов в комплекте. Вот такая кружка-конструктор, цена ее всего лишь 7 белорусских рублей, страна-изготовитель Китай. На выбор есть пара расцветок, это зеленый, розовый, желтый, а также оранжевый. Гравюра «Щенячий патруль» от российского производителя стоит всего лишь 4 белорусских рубля. Игровой набор «Деревянная раскраска» есть на мальчишек, также и на девчонок, цена 7 рублей. Сумка-планшет для рисования производства Китай, также в наличии есть несколько вариантов расцветки, стоит 12 белорусских рублей. Влажные салфетки с антибактериальным покрытием «Аура», производство «Россия», 180 штук в упаковочке, цена 4 белорусских рубля. Детские пеленки Magix, 5 штучек в упаковочке размером 60 на 60, производство Россия, цена 6 рублей. Универсальное средство для мытья посуды Капля от российского производителя массой 450 грамм, стоит 2 рубля 50 копеек. Вот такое средство для мытья посуды сейчас на скидке, цена 3 рубля 40 копеек за объем 500 мл. А вот уже из новинок появилось вот такое средство для мытья посуды «Янтарь» с ароматом апельсина, объем 450 мл, производство «Беларусь», цена всего лишь 3 белорусских рубля. Средство для очистки санузлов объемом 1 литр, производство «Россия», цена 3 рубля. Средство для мытья полов «Мистер Пропер» объемом 1 литр, стоит всего лишь 9 рублей, производство «Россия». По скидочной карте можно приобрести средства для ванной комнаты от Homestar, цена 2 рубля 38 копеек за массу 750 грамм. А вот уже от белорусского бренда Aquasan в продажу поступило вот такое чистящее средство для кухни, цена 4 рубля за объем 500 мл. Итак, в магазине появился неплохой ассортимент сыпучих порошков, например, сорти, производство Россия, масса 2,8 кг, цена 12 рублей. Бимакс массой 2,4 кг стоит 14 рублей, производство Россия. Биолан суперэконом масса 3,4 кг за 14 рублей, производство также Россия. Еще в продажу поступил вернель, объем его 1 литр 740 мл, цена 12 рублей. Жидкое средство для стирки от белорусского производителя объемом 2 литра стоит всего лишь 7 рублей. И биолан объемом 3 литра стоит 14 рублей, производство Россия. Отбеливающее хозяйственное мыло настоящее с ароматом лимона массой 140 грамм, цена 1 рубль. А еще хочу порекомендовать вам попробовать вот такое универсальное мыло. Действительно, на него было очень много положительных отзывов. Цена за упаковку, состоящая из двух штук, 4 белорусских рубля.
А вот уже за 2 рубля можно приобрести вот такой кислородный отбеливатель Персоль. Масса его 200 грамм, производство Беларусь. Велосипедная сумочка производства Китай, 9 рублей. Расцветка в магазине представлена серая, также вот такая голубая. Клей ПВХ, жидкая латка, объем 15 мл, производство Россия, цена 6 рублей. Пассатижи длиной 15 сантиметров, 2 рубля 70 копеек. Набор бит и торцовых головок с рукояткой, 24 предмета в упаковочке производства Китай, цена 7 рублей. Светодиодный детский ночник, работающий от 3 батареек типа 3А, в комплект они не входят, производство Китай, 12 белорусских рублей. А еще здесь из гаджетов можно приобрести электрическую помпу для воды, работает она от USB кабеля, производство Китай, 9 рублей. Беспроводные наушники от китайского производителя стоят 14 рублей. Так, еще в данном магазине обнаружил светодиодную лампу, работает она от USB кабеля, длина лампы 32 сантиметра, производства Китая. К сожалению, цена в данном магазине отсутствует, но в принципе это классная находка для кухни, если сделать вот такую вот подсветку. Итак, в отделе канцелярии появилась новинка, блокнотик манго формата А5, производства Россия, цена 6 рублей. Сейчас покажу, какой же прикол в этом блокноте. Здесь есть наклейки. И, кстати, для любителей манги здесь имеется вот такой блокнотик с Наруто. Я, на самом деле, выросла на данном аниме. Есть еще вот такой вариант. Следующая тетрадь на кольцах имеет формат А5, 100 листов, цена 7 рублей. К началу учебного сезона в магазине Fix Price появились сумочки для обуви. Первый вариант стоит 4 рубля. Это такая тонюсенькая небольшая сумочка на завязочках. А вот уже вариант поплотнее стоит 12 рублей. Все это производство Китай. В отделе бьюти-гаджетов обнаружила охлаждающий ролик для массажа лица. Его нужно буквально минут 30 охладить и далее уже делать массаж. Цена его 6 рублей. Следующая новинка – еще один охлаждающий массажер для лица. Я думаю, многие видели подобные вещи. Вы заливаете воду, ставите морозильник, и далее можно протирать лицо. Добавлять можно не только воду, но и другие жидкости. Можно мяту, кто что. Цена вот за такую штуку китайского производителя – 4 рубля. Косметичка в леопардовом стиле стоит 7 рублей. Кстати, имеет она несколько отделений и довольно-таки вместительная. Для автолюбителей можно приобрести универсальную акриловую эмаль, объем ее 520 мл, производства Россия, цена 9 рублей. И вот такая полироль для кузова стоит 6 рублей за объем 100 мл. Следующая очень классная находка из магазина Fix Price. Это вот такой столик-поднос, габарит его 45 на 30 сантиметров. В продаже имеется пудровая, также вот такая темно-зеленая расцветка, цена 6 рублей и 80 копеек. По мне так это находка. Из новой коллекции в продажу поступили вот такие декоративные фигурки в виде фруктов, яблок, а также груша. Цена 7 рублей, производство Китай. А еще в данном магазине появились вот такие классные пластиковые вазы. Расцветка есть болотная, также коричневая. Цена всего лишь 12 белорусских рублей, на ощупь материал действительно очень плотный. В продаже имеются вот такие детские текстильные тоненькие шапочки. Цена 2 рубля 50 копеек, производство Россия. Еще здесь появились вот такие панамки. Цена их 9 рублей. Страна-изготовитель Китай. Кстати, еще я здесь обнаружила подвесное панно с карманом для мелочей. Производство Китай. Цена 7 рублей. По мне так выглядит очень даже приемлемо. Итак, дорогие друзья, посмотрите, что я здесь случайно обнаружила. В продажу поступила тюль, габарит ее 150 на 260 сантиметров, производство Россия, цена 14 белорусских рублей. Так, еще в продаже обнаружила вот такую тюль, и, к сожалению, здесь не написано, сколько и что она стоит, но, возможно, тоже 14 рублей. Расцветка есть серая, и также вот такая вот немного желтоватая. Так, еще в магазине появились женские майки. Размеры идут от S до 2XL. Производство Беларусь, цена 14 рублей. Хлопок 92,8 эластана. Черная, белая и бежевая расцветка. Еще посмотрите, какая крутая находка появилась. Это набор, состоящий из 4 салатников. Производство Россия. На ощупь материал очень толстый. Объема 6,8, 3,9, 2,1 и 1,1 литров. 9 рублей.
Так, еще в отделе носков я обнаружила вот такую милоту. Женский размер идет от 35 до 38. Есть разные животные. Цена 4 рубля. Очень мягенькие на самом деле. Хочется их трогать и трогать. В составе у нас идет 86 полиамид, 13 полиэстер и 1 эластан. Итак, мы с вами переходим уже в отдел товаров для дома. В прошлом своем видеообзоре меня попросили показать металлические банки, значит, показываю, что здесь есть. Банка объема 1,2,7 литра стоит 6 рублей. Овальная баночка имеет объем 2 литра, цена ее 7 рублей. И вот такая самая огромная металлическая баночка имеет объем 2 литра 250 миллилитров производства Китай, цена ее 9 белорусских рублей. Так, что еще из новинок здесь появилось? Это решетка кухонная от белорусского производителя Бироси. Цена ее 1 рубль и 60 копеек. Электронный безмен работает от двух батареек типа 3А. В комплект они входят. Цена 7 рублей. Производство Китай. Из новинок в продажу поступили вот такие подносы. Первый вариант габарит 33 на 22,5 сантиметров, производства Китая, 3 рубля. И есть вот такие небольшие, к сожалению, цена на них отсутствует. Кстати, снизу нанес такое немного прорезиненное покрытие. Итак, что еще из новенького здесь появилось? Это вот такая кухонная емкость, изготовленная из пластика. Объем ее 2 литра, цена 3 рубля 10 копеек, производство Беларусь. Друшлаг раздвижной, производства Китай, стоит 7 рублей. Ну и еще в продажу поступили вот такие стальные мисочки, покрытые эмалью. Объем их 1,6 литра, цена 3 рубля. Значит, есть вот такой вариант с цветочками и есть с лимончиками. Прищепки клипсы в виде бабочек, 6 штучек в упаковочке, производства Китай, цена 3 рубля. Универсальные наклейки именные для предметов производства Китая, 2 рубля и 50 копеек. Контейнер-кружка для супов имеет объем 880 мл, производство Россия, 2 рубля 90 копеек. Завинчивающаяся банка с крышкой объемом 580 мл, цена 2 рубля. Детская глубокая тарелка, изготовленная из пластика, диаметром 18,5 см, 2 рубля, производство Россия. Еще из данной линейки появились стаканчики, объем их 380 мл, 1 рубль 50 копеек. И вот такая небольшая пластиковая соусница за 80 копеек. Так, я решила, значит, показать вам цены на крышки. Сейчас, я думаю, это очень-очень актуально. Значит, вот такая, производство Беларусь, 50 штучек упаковочки, 7 рублей. И сливная крышка за 1 рубль 33 копейки. Еще в продажу поступила вот такая мерная ложка с зажимом, цена 2 рубля. Кстати, мне кажется, это очень классная вещь, повесил на пакетик, можно так отвешивать, ну, там кофе, либо ту же самую сахарную пудру, тоже очень классная находка для дома, по мне так. Ну что, а мы перешли с вами в мой любимый отдел, это посуда, тарелка глубоко изготовленная из керамики, диаметр 20,5 см, цена 3 рубля, производство Китай. Керамическое блюдо длиной 30 см, производство Китай, цена 7 рублей. Вот такое блюдо, изготовленное из опалового стекла, имеет размеры 35 на 25 см, цена его 7 рублей, производство также Китай. Мельница для специй, изготовленная из стекла, нержавеющая сталь, также силикона, объем 190 мл, производство Китай, цена 4 рубля. Вот такая замечательная тарелочка, изготовленная из опалового стекла, диаметр ее 21,5 см, производство Китай, цена 4 рубля. А еще посмотрите на эту чудо-находку. Набор баночек, объемы их по 58 мл. Две штуки в наборе, производства Китай. 2 рубля и 60 копеек. Изготовлены они из стекла, а также пробкового дерева. А еще в магазине Fix Price появилась продукция от российского бренда Luminarc. Вот такие стеклянные стаканы, объемами по 250 мл, 2 рубля 70 копеек. Расцветка в магазине представлена голубая, а также вот такая синяя. Итак, я вам показывала блюда, и еще, кстати, из этой серии имеются вот такие пиала-боулы. Объемы их по 450 мл, производстве Китай, цена 2 рубля и 50 копеек. Так, еще быстренько покажу вам, какие же кружечки имеются в данном магазине. Например, вот такая безумно миленькая, есть у нас серенький ежик, также вот такой розовый. Цена 6 рублей за объем 360 мл, производство Китай. Фарфоровая чашка объемом 350 мл, производство Китай, цена 3 рубля, есть с клубничками, а также с лимоном.
Третья серия кружек идет с медвежатами. Цена 3 рубля 50 копеек, производства Китай. Объемы по 385 миллилитров. Ну и еще обращаю ваше внимание, наверное, самая выгодная цена, я уже давно такого не видела, огромная кружка, объем ее более 1 литра, цена всего лишь 7 рублей. А для детишек можно приобрести вот такие пластиковые стаканчики с трубочками, объемы 420 мл, производство Китай, стоимость 4 рубля. Напоследок нашего видеообзора мы с вами пройдемся и по вкусняшкам. Например, вот такие конфеты Конти, имбирь и лимон, масса 220 грамм, производство Россия, цена 2 рубля и 50 копеек. Маковое печенье «Хлебный Спас», масса 230 грамм, производство Россия, цена 2 рубля и 50 копеек. Постное юбилейное печенье без яиц, а также молока, массой 268 грамм, стоит 2 рубля 25 копеек. Печенье-сэндвич массой 215 грамм от российского производителя стоит 2 рубля. Злаковые хлебцы от «Доктор Коннор», массой 90 грамм, производство Россия, цена 1 рубль 33 копейки. Это очень и очень выгодно. Крем ореховый с какао массой 250 грамм, производства Азербайджана, по скидочной карте 5 рублей 44 копейки. Универсальная приправа 8 овощей и пряностей массой 200 грамм, производства Беларусь, цена 2 рубля 20 копеек. Ну и последний товар на сегодня, банановые чипсы производства Россия, масса 145 грамм, 2 рубля 80 копеек. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина Fix Price в городе Минске подошел к концу. Если вам видео оказалось полезным, то обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня очень часто выходят видеообзоры на различную тематику. Я, как всегда, по традиции желаю вам приятных, а главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока!